Я рада, что ты.
народный коллектив ансамбля русской песни «Весняночка» награждается памятным дипломом за участие в фестивале творчества людей зрелого возраста. Это вам. И аплодисменты зрителей. Бурные, бурные, бурные. Ансамбль «Весняночка». Вот такое замечательное, позитивное настроение внесли в нашу конкурсную программу артисты ансамбля «Весняночка». Давайте им еще раз поаплодируем, пока они еще не ушли совсем со сцены. Я думаю, что жюри сегодня будет по достоинству оценивать именно этот коллектив, потому что, напомню вам, кто не слышал в начале, сегодня у нас в жюри две профессиональные певицы в жанре народной песни. Председатель жюри – это солистка театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, певица Екатерина Бродская. Давайте еще раз ее поприветствуем. И замечательная певица, которая открывала наш сегодняшний фестиваль, Ирина Дрокова. Ну что ж, мы продолжаем нашу конкурсную программу, и сейчас «Плясовая» в исполнении театра танца «Вариация». Встречаем! We'll be right back.
Театр танца «Вариация» награждается вашими аплодисментами, друзья, и награждается памятным дипломом за участие в фестивале творчества людей зрелого возраста. Аплодисменты. Спасибо вам большое. Провожаем тоже, друзья, аплодисментами. Мне хочется отметить, что сегодня участники настолько хорошо подготовлены к выступлениям. Обращаю на это ваше внимание, хотя вы и сами это все видите на сцене. Артисты выходят не просто подготовлены хорошо вокально, хореографически, но и внешне выглядят. Согласитесь, все просто великолепно. Такие костюмы, так подготовились люди. Давайте им еще раз за это поаплодируем. Ну и сейчас в продолжении нашей конкурсной программы необыкновенный коллектив, который сложился в Москве при Центре культуры и досуга «Лира» в районе Южное Бутово. Это ансамбль ветеранов войны. Называется ансамбль «Сударушка», и сегодня они принимают участие в нашей конкурсной программе. Ваши аплодисменты. На сцене ансамбль «Сударушка».